Приветствую вас, и каждый эксперт, отвечая на ваш вопрос, даст какие-то свои рекомендации, по-своему скажет вам, что делать. Я постараюсь предоставить вам свое видение ситуации, в которой вы оказались. Надеюсь, оно вам поможет. В первую очередь нужно сказать так. Если вы оказались наедине с своими проблемами, значит, некому вас поддержать. Это означает, что все люди, которые вокруг вас, готовы только весело проводить с вами время и не более того. Поскольку веселиться готов каждый вместе, а вот переживать тяжелые времена и кризис вместе готовы далеко не все, то это означает, что у вас нет настоящих друзей и нет людей, которые искренне к вам относятся. В свою очередь, это значит, что у вас, нету людей надежных, на которых можно положиться. Соответственно, нужно пересмотреть не только ваши связи с людьми, но и критерии, по которым вы выбираете себе друзей, критерии, по которым вы строите отношения с людьми. Вполне возможно, что здесь вам нужно кое-что переосмыслить. Дальше. Если вы остались одна с своими проблемами наедине, то необходимо понять, по сути дела, что привело вас к этой ситуации. Какие обстоятельства способствовали тому, что вы в итоге остались одна, и почему? Эти обстоятельства нужно осмыслить, причины их понять, чтобы больше такого с вами по возможности никогда не происходило. Ну а дальше требуется решать свои проблемы, так или иначе. Решение проблем в одиночку делает вас сильнее, независимее, самодостаточнее и так далее, и уберет нужду в других людях. Вы просто-напросто перестанете в них нуждаться. Да, это будет тяжело справиться в одиночку с проблемами, но если вы это сделаете, то в людях вы нуждаться не будете. Проблемы нужно решать последовательно, начиная с самых простых и стремясь решить как можно большее количество проблем, но проблем легких, сложные оставляя на потом. Потому что сложные проблемы, скорее всего, сразу вы не решите, на это нужно время. А уже сейчас вам нужен источник позитивной энергии, источник хорошего настроения и просто что-то хорошее в вашей жизни, что-то конструктивное. Поэтому решение проблем наиболее простых как раз и даст вам тот самый заряд бодрости, упорства, заряд оптимизма, который поможет решить проблемы посложнее. И тогда, когда вы почувствуете успех, результат от решения простых проблем, решить проблемы сложнее будет легче. Но для того, чтобы их было решить совсем легко, нужно сложные проблемы необходимо разбить на составные части и последовательно решать именно их. При этом очень важно концентрировать свое внимание на той проблеме, которую вы решаете в данный момент, и не думать о других. Если вы будете распылять свое внимание, то кроме как плохого настроения и отсутствия результата, к вам больше ничего не придет. А значит, вы зря потеряете время и расстроитесь. Концентрация внимания на одной проблеме на конкретной ситуации является залогом успешной деятельности. Вот примерно такой ответ можно дать на ваш вопрос. Если он вам понравился, сделайте его лучше, буду благодарен. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Пока, желаю вам всего доброго.